Так, ну вот смотрите, вот РСК это в 20 минут, да? Вот сейчас 16:30, да, по МСК. На Сахет ЦЛХ. это покупатель? Да, там какой-то есть покупатель. Надо, чтобы кто-то офнулся на ребро. Ну, только не хил. Это... Что я имею в виду? 2 часа нам на ЦЛК обычку. Вот сейчас время пошло, вот грубо говоря, засекаю. Вот если мы 20, сколько, 18:30 закроем ЦЛК, это будет хорошо. Ну, надо Куда быстрее. отвалится, зовите. Час, да, 1:40, по идее, надо. Поэтому ставим Вот шкаф. тот скачок. Леночка, ставь шкаф, тыкаем на сумон. И быстро все это проходим, эту хню. Блять, что-то... А, надо выйти из облика, блять. Я понял, блять. Тыкайте, что вы просто так стоите? Да, ну давай, ты офнишься на Да, а ребро. мы можем прям full комнату зачистить? Я думаю... Пер на первом этаже хотя бы. Я думаю, не надо. Зачем это тебе? Ты Мне спишь? душ нужно. Ну, ты спешишь? Ну, что у Да, тебя ну же... нет. Ну, мне 600 душ уже. Это какие? Уже. На шею? Если бы я Нет. сказал, Одно осталось. целка На выход. остается. На выход. А, ну, не Не, ну ладно, не. торопись. Ну, я на десяточки добью тогда, похер. А у нас кидаться не будет, если что. Это все не к спеху, это, ну... Ну, я так типа на часок. Это, Это не а... факт. Кто на часок? Это кто говорил? Че ты ржешь, блядь? Кто-то там А хуярит в микрофон. Вадикон сколько уже осколков? Это истинная сущность Бонастиллера. Я понял, блядь. 16. А кто-нибудь после него стоит уже? Ну, На там... очереди. Вот в Дискорде есть канал РТ, пользуйся им почаще, открываешь там. Там стоит Шем, ВХ, Вадикон, Мифик, Хукмастер, Шелфир, Войд. 5 человек стоит. Вот. Ну, там дальше посмотрим. Я, может, уступлю, но если к тому времени не захочу собирать. Так, а где еще раз? РТ? РТ, текстовый канал в Дискорде. Почаще там смотрите текстовые каналы. Все же написано для людей, как говорится. Что-то на связи в инсте еще нету. А я что-то в бою, не знаю, не могу этот Я так скрипт. понимаю, у нас нету, да, хилов больше, кроме как пятой пати. Ну и кроме Ну, тебя, да, Войда? Бурябая можно свечнуть или Войда. Ну, Слышно? типа, блять, это надо кому-то Там танчить. хило просто надо на Да не одного надо мне, босса. почему? Не надо. Ты хочешь Поехали. на Лингрена хочешь или что? Да не, поехали. Ему на Лингрена колбунг. А, ну так заходи. Так. Не, поехали, поехали. Там, допустим, есть кто у нас, блядь. Она у не упадет просто, я в курсе уже. Да. Два раза вести не может, но. Ладно, пошли, трэш. Да, Новый не, год, Леха. так-то можно зайти на этого, как он называется, на профа. Чисто на профа. Если тебе КД пофиг, ну, а так, чтобы... Ну, я не знаю, как тебе удобнее. Если пофиг на КД, зайди на профа, может, она выпадет, кто знает. Просто распылим нах. Да, в натуре. Так на фул не пошел. А что, у остальных у всех есть, что ли? Ну, я думаю, да. Кулидринка у Борьба есть. А главное, есть. Гламурчик не Хелемов. знаю. Гламурчик не знаю. Я также на своего паладина заходил, лутал ее, блять. Чисто КД ловил. КД 3, наверное, потратил и зашел, залутал колбу. Нормально. Кашников ищите, да? Что-то вообще нет. Он Седжа выкачает, будет танковать на ДК, да? Нет, да, магеров имеется, да, дашник. Они нахер не нужны в Т5, ДКшники. В плане танков. Надо пулять На это лишнее. да. Не пулять. Души дофармятся сами Там собой. пала, вара будут. С боссов по 50 Боссов душ 50 падает. душ, Улятянка какого-нибудь вместо этого на хасту. Слышите, не пуляйте лишний трэш, не надо. С боссов по 50 душ падает.
Две недели походишь, и будет тебе 2500 душ. Там еще тем более всякие очереди, там еще и Джайна не убивается. Поэтому надо спешить. Да и вообще, если ВХ получить, он игры интерес пропадает. Видишь, им собирают и начинают танчить, хилить. Блять, когда в чисто наш мод смотришь, тогда. Это точно. И игры вообще интерес пропадает. Да, надо как-то проще относиться. Ну, на что-то другое обращать внимание. Ну, не знаю, у меня пока интерес не пропал. Так, конечно, ставишь цель за целью, да. Все это выбиваешь. Войт, а ты что сожрал, нахуй, что у тебя 90к? Не знаю. 80 было же. Не знаю. Ну я вообще без понятия. Это какой-то баф, мне кажется. Ну посмотри. Так, вон. Может, они в целом баф. Вон к выносливости. 5%. Зов приключений. А, вот обычка. Они же теперь этот сделали. То, честно говоря, героический ЗСК топовый. Главное, и... слышишь. Так-то стандартный баф 30% давал. Они 5% дали. Это вы про зов приключений, что ли? Вы про зов говорите или про что? Да, зов приключений. Но это на все данжи. Это на старые данжи, да. Кроме героических. Ну вот, 90к, нормально, можно соло танчить теперь. Да, пошел, давай проверим. Этот самый топ, а где? Оно, не хильте его. Не, хилить будем, почему? Просто проверим, как прошивать. А, в соло, да? Но. Репати? Ты... В смысле репати? Мы 5 минут. Кто? Кто 5 минут? Не дарк. Давай. Да, на Войда на пол. На связи просто стой там, чиль. Я потанчу. Вот, ну да, блять, хп заебись, когда вот так много выглядит. А, всегда у тебя флаская лукашная есть? На чё? У меня только на танк. Не. Какой-то хрени не хватает, почему у меня АП? Ты опять со своими 100 АП? Так, ту пати жестую можно кикнуть? Нет, да? Наверное, забагалась хрень. Потом, не когда... 600 АП не хватает. Когда пронесем, зайдете на ИП, не забудьте, потому что это ваше ИП, я там бегать ни за кем не буду. Так, а что мы вдвоем? Да затанчим. Терсминог, гламурчик, Медарк отошел, похуй без него убьем. Пульдринг. Крика ДК нету. ДК не кричит. Вот что нет. Или есть. А, у меня показывает Медарк нет. Ну, что-то забагалось. Наверное. Даю отчет на полного. На рейнджу кто-нибудь станьте, как обычно. Да, Рома, доволен. Со льда выходите. Пол рейда, смотрю, пол хп уже нет у вас. Сбейте меня. Сзади на шипе. А там Мидарков и Кашный стоит. Это я здесь. А. Ну, тогда разбейте его, чтобы, блядь, дамаг нанесил. Че у вас два шипа? Ну, разбейте шипы, прием. Оля, ребят, на дистанции кто стоит, не уходите оттуда. Или танки встаньте. Да, 90к приятно, конечно. Там те, кто новенькие, у нас лут через IPG Plot Master раздается, аддон. Вот.
Так что. В аддонах в Дискорде есть. Да, скачайте сейчас. Там удобно смотреть, что у вас одето, какой шмот на вас. Так, зашел под ебало, здесь в луже сдох, да? Вряд ли в луже. Ну, Вара дамаг слабенький, не знаю, что там Вара дед, поглядите. На шипе слева, на дистанции. За гдыщ. Ты глюк на бигдема смотри, как по фулу одет. Бигдем. За гдыщ в следующий раз, короче, сам себя в таргет выделяй, чтобы тебя хилить можно было. Когда на шипе. Бигдем это челик софа, блядь. Чтобы босс не чажился. Я челик софа еще. Ну, тебе по... ну, меньше волнует твой шмот, там, камни эти. Времени может меньше играть, может у него дохуя времени. Пугов вводит в рейд. У меня максималка что можно, блять, у меня. Не, ну максималка, значит. Значит тебе хватает на все это время. У кого-то вообще нет времени фармить какую-то хуйню голду, там еще что-то. А, ты про эти, блять, 72. Полироль. Ну да. Не, вообще прям говорю. Нету времени. Со временем это все равно надо делать сейчас, тем более контент Т5 начинается, в Т5 точно надо полироли делать. То есть как-то добывать, ну, да. Каждому по. Хотя бы по одному в месяц, там, не знаю, камни менять. По одному раз в неделю там. Но надо. Тоже... Надо это все делать. Это фарм РБК надо делать. Прям. Ебало ты РБК. Ну, 260-м, если заходить, быстренько проносить нормально. Ну да, ну фаст пронос делаешь. Просто больше никак. Либо всем дико фармить голду. Одно из двух. Бринтроль. Не, у меня пока немногим больше полстака есть, я их продаю. Кто, вот им бринтроль, да? Кто бринтроль продает? Триплёха, да? А чё тут это? Выпадает табличка, надо жать там, да? Пас 35%. Да, пас сейчас... это отказываешься, грит это распылить. Так, ну и... ты помнишь, да? Триплёха, это самое, 50 на 50, то есть 50% тебе, 50% мне. Так, а нет уже его? Кого? Ну, никого же не добавляли. А, это Тохит. Вон он, Тохит. Или давай, Тохит. Давай, Триплёха, осуществляй сделку. О, боешка. Так, на танка запа. Квест на леди. Берите о, квест. Костя, справишься с заданием, да? Я? Ну, конечно. Вар, тебе не надо запы? Метка, но там автоматом уберется сейчас на трэше. У кого-то больше полстака этих, блядь, полиролей, а кто-то пытается их, блядь, поставить. Триплёха, скажешь там, как осуществишь сделку? Сделку века. Все. Че, по сорокету, да? В гильдию хочет? Ну, давай. Продали, тот же гильдию кинули. Нормуля, отлично. Убился место, да? Сделка не сделка, хули. Че ты, Тохет, ты в Дисе? Ну, до вступления, ну, так был бы в гильдии, получил бы бесплатно. Ну примешь его, короче, и заполнишь заметку там. Справа тоже пойду помощника агри. РДДшники бейте. Тут помощника в первую очередь убейте. Ой, да че у тебя на четверке? Размах, макрос? Там размах с трёпкой, да. Размах с трёпкой. Здесь растерзать с трёпкой на пятёрке. На тройке увечья с трёпкой. Нет, нет. Это основная кнопка, можно только ей танчить. Но увечья больше огроги не вижу. Больше трёпки.
Чё, Катрисе тогда получается чилит, да? Я думал, ему вряд ли что-то надо отсюда. Один хуи ППО. А сказал ему западная танка нужна. Сорка. Ну, это надо по ИП посмотреть, может там кто выше есть. Эти сапы. Ну, на танка, конечно, хорошо. Чё, ты тахета взял, или этот треплёха? Помощника заебашьте? Со второй стороны веди тоже жука. А, это Пал просил брендроль или чё? Вот тахет, да. Которого взяли сейчас. Пробил. А на кой хер она ему? ПВП? Ну ПВП может. Так ПВП ему надо в ШМ. Ну либо это хрень. Ну ты сказал либо тоже брин. ШМ. Да, это каждая КД ШМ мы собираем, хули там. По три штуки нахуй. Пацаны просто покупают эти, как они называются? Осколки. Осколки, блин. А ЗС не... Ой, за... Не лучше там пыхи? Там 277. Там 271. Про ЗС, а не про ЗА. Про ЗС. Костя, ну чё ты, поддержишь его во сне? Там, Колечко упало. Этот, колечко мне передадите. Этот самый... Ну или отказывайтесь, я просто кубик нажал. Этот самый... Значит, тахет. Ну, получается, ты... А за что ты 20 голды? А, ты за бринтроль. Блять, ладно, похуй. Полцены мне. Костяное кольцо войду отдай. А кто залутал? Рога. Балафар. А. Мне еще не показалось, что залутал. Он холидринг показывает у тебя. Ну. Нихуя он. Какой холидринг? Клевету сразу на другого. Так не, вроде, ну, разрол еще не прошел просто. Ну вот теперь разрол. Че, рыбу там или че, кого? Рыба? Думаете, она вам поможет? Так ели, зачем нам рыба? Все, понял. Этого. Как его, Дарнована никто не трогает, я его заберу, уведу. Да. Это что, патч духов так и не работает? Нет, дропает. Нужен. Подождите, я да, они возьму. Здесь подсвечены же сейчас, их же видно. Сейчас. Они начинают фиолетовые твари летают. Квест, квест Тони взял, быстрее берите. Да, норм. Не, раньше были фиолетовыми. Не настолько хорошо, как хотелось бы. Какой-то... Не, ну, сейчас этот... лучше. Как оно сказать правильно? Какой-то день такой, что люди прям... И я набираю... Я никогда людей не набирал. Сегодня человек 6-7 набрал. Видишь, сейчас начинаются... Люди отдыхают. Слышишь, пошел новеньким ребятам говорил, что у нас все боешки, ДСы идут тебе. Это идет на рыбу, на фласки для гер. Да, ребята там никаких обид не было. Все, поехали, пуляем. Короче, я слева, на связи справа. Это место станет вашей могилой. Так, тут дурной ван уходит. Дурной ван. Ебать, лагает что ли? Там моб с центра идет, блять. Забери его или кто-то, блять, ну это пиздец. Дайте ему стан, блять. Он еще фанатик идет. Контроль. Ой-ой-ой, Хэлла не убейте. Ой, блядь, Лёха, извиняй. Чуть не захуярили, да? Милики, свечнитесь в правых. Милики там, это, кто там с миликов? Кот, Ро, ну, Эдх, Брибай, сбегайте. Ульдринг тоже. Эй, там так. Там четвертый моб с лестницы идет, его к на связи подведите. Или как-то смотрите, вон он стоит, кастует, ебаните его.
Ну, он щит на себя повешал, милики, не тебе эти тоже. Блять, он даже стан не восприимчивость, блядь. Что-то... О, Дарнован идет. Какого? Крутится. Старфоус, наверное, какой-нибудь. Загри, отведите его. Дайте хекс по нему, по Дарновану. Да, сейчас я его отведу. Сейчас он в корне. На связи, сейчас забери босса и набирай на нем ЛПшками агро. Корни не кидайте на Дарновану. А твою мать, заебала тварь. Киньте на него корни. Че он там? Сдох? Пошел опять. Двое корней, да? Spirits. Побежал. От духа. Терсминога сегодня берет вообще. По КД просто у духа нет. Может убить? Опа, на 5000. Ой, почти убили, но... Пипните Дарнована, чтобы он отхилился. Маги, ё-моё. Вы не убейте Дарнована, алло. Дайте блядь. Шип ему, но, маги. Раведнинск, дыщ, в овцу превратить. О, хорош. Забирай на связь. Я не на него кину. Слышишь, осколки, я смотрю, так лучше фармить в обычке, да, 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 блядь. Ну, 16 штук с двух обычек. Ну, это пиздец. Чего а не мне так кажется, а мы, мне кажется, сделали этот, как он сказать, дроп одинаковый, как и в обычке, так и в гере. Нормально, так боешь, там насыпало людям. А, понял. Вообще-то портал работает, куда вы побежали? Но бой. Спит Дарнован. Сейчас проснется и слетит бой. А, ну да. И ноль боешек. Быстрее на лифте, ну. Да сейчас уже портанется. Вот сейчас спал бой. Ебать. Пойду поставь, схожу. Да ебаный в рот, хватит лутать уже.
Так, короче, на нашем корабле будут, ты туда полетаешь. Он был на пул идти, и все. Ему место предлагали, говорили, иди заменись. Кому, кому? Да вон, Катрисия, блядь. Не, он вообще-то был в рейде, просто мы взяли Тахета. Ну теперь надо... Ну а что ему надо? Сурка? А он заберет по приору? Смотрели? Ну, кто-то офнится. У кого приора нету. Или кто может офниться. Опять комбата начинает собирать. Подъезжайте на корабль, треплёх, где вы там, Тахет? Там все равно много хилов же не надо, правильно? Ну, да. Могу офнуться на 40. Да не, лучше подамаж. Так, по... Ну, как ты себя тоже подамажит? Тахет, Вандикон, где? Тахет, ты где? Ну, дайте шкаф, там, я хуй знает. А вот этот квест «Снежный доспех», он недельный или каждый день? Каждый день. Недельный, а, снежный просто. Каждый день. Ивент который? Нет, да, снежный доспех. Это виклик. Это раз виклик. Ну что, раз в неделю. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельной... Да интересно просто, сколько рейд даст ДПСа. Если 370 можно Геру спокойно идти. Ну, мне кажется, не будет. Может, 300. Так тут 370 будет, скорее всего, потому что, видишь, еще баф 3%. Ну, посмотрим. Кстати, гламурчик, ты спрашивал, у нас действительно холипала, майна нету, мы шейма пересадили на холипала. Ну как пересадили, блядь? Заставили. Он сам захотел. Если бы он, ну, если бы он не хотел, он бы и не сел. Ему самому интересно. Просто так, если видишь, играть на одном персе скучно становится. Надо какое-то разнообразие, иначе в игру неохота играть. Ну, не все такие, как топа. Играю с классика, блядь, это ЛК рогом, блядь, и меня не заебало. Ну, таких людей немного же. Ну, блядь, только надо патчи менять, правда. Там одна пушка свободная. Пушки должно быть 4 занято, а не 3. Одно тело еще в пушку садитесь. А то мы так будем корабли бить полчаса. Танк полетел. Я не знаю, там сколько. 3 мага, что ли, смотрите. Так-то на фул можно простоять, если хилы хорошенько будут спамить хилом туда. На связи танкует, да. Муродина. Че, Мидарк сдох? На связи заправь не на матч то туда. Я думаю, он должен на фул простоять. Ну так-то да. Пушки бы еще работали получше как-то. Вот гламурчик в пушке не должен сидеть, тебе надо хилить этого. Кто-то другой садитесь вместо гламурчика. Вам надо хилить танка. Ну или придется улетать, скидывать стаки. Давай я сяду. Чё там, сколько стаков? 32, вот уже. Нормально дамажит. Ещё пол хп у босса, блядь. Огонь!
А у нас какой-нибудь кейс Горного Алтая? Проездом только. Ну, проездом это хреново. Не скоро горнолыжку достроить, не? Без понятия даже. Даже не слышал. Ничего, крупное там, блядь, говорит, миллиард рублей, блядь, этот. Ну, что-то на связи уже пробивает хорошо. Угу. Давайте колдуна съебываемся. Да, лучше скиньте. А то его с двух ударов сейчас положит. Все, улетайте, лучше скиньте. Он ХП сносит. Удар, пиздок. Топа, ты тоже лужу не видишь от витрины? Какую лужу? Он, наверное, про мою лужу зеленую. Про гадюку. Я давно не видел лужу. Я просто типа свою не вижу от своей трени. Но она работает. Я вижу лужу, прокает, все нормально. У нас кружки ни у кого нету. У меня кружка. Выпала. Ну, видишь, хорошо. У меня есть на мишке. Можешь попробовать одеть. На Саурфанге она не очень. На других боссах ништяк. Ну а сейчас она у кого-то одета вообще? Хилов спекать будем? Да, спекнем. Чё, кто Катриси, только Катриси уступит. И ему там, он заберёт ПИП, там что-то, что он хотел. На, я говорю, хилов, говорю, на Сарфианге мало надо, ну поменьше. Так что могу уступить. Халло. Так, этот самый ПИП выяснили, он заберет или нет? Вот сейчас же тебе надо запы. Там Зози еще есть. Что, дракон снизу летит? На комбат висит, а? Какие запы? Ну запястья, блядь. Там, по-моему, походу он их не заберет. У него ГП, там, у него 20 тысяч ИП, а тут у челиков 250 ГП и по 15 тысяч не заберут. Запы, скорее всего. Так что, наверное, так остаемся. На связи, а ты что, с Дарконом дерешься? Нет, он что-то на мне агро. Я вообще здесь. Наверное, ну, я смотрю. У меня агро еще. А, вон, поднимается. Где ты? Да вон, с левой стороны видно, как поднимается. Не спеша, говорит, сейчас. Да, вон, ледяные змеи шпили, блядь. Ну, посмотрим, типа, не знаю. Надо подумать, поговорить, это дело. Ну, у него в спек, да, этот танк, не знаю, наверное, не к спеху ему. Ну, как мне кажется, так-то хуй знает. Надо приоритет как-то расставить правильно. Кому запы нужны с рука в рейде? Если никому, то нужно, чтобы Катриси зашел. Мне вот не нужны, например. Я бы героически. Никто не. Ну, не в DC, наверное, люди, я не знаю. Но... Да я говорю, это. Войд. Ты бери его, я уйду, посижу. Не, надо выяснить, чтобы по ИП люди другие не забирали. Ага. Если не надо, замените. Тебя заменить? В магазин надо? Ну давай. Вот видишь. Давай, Катриси, где ты там, плюсуй. Вот, остаемся все в арт, только в магазин пошел. Ну, ты с рейда не ливай. Портал. А что с кораблей упало? Не знаю, был бой. Сейчас посмотрим. Сумотьте пока Катриси, вар портаните в Долоран. Спекайся. Короче, Авелания и Хелла в ДД спекайтесь. Три хила, гламур, иниола и птерс много прохилят, я думаю. Ш...
шея. Подожди, шея, я сейчас зайду. У меня вылетел. Это кто? 5 секунд. Буду эти. Кто-кто? Лок? Мак. Какой мак? Тут 8. А, тут 8. Кинь еще раз, пожалуйста, я уже не могу. А, ты аддон проверить? Не, она мне нужна просто. Ну вот, треплюха чешку залутал, теперь маг залутает шею. Так, это говно никому не надо, да, спо? Это тоже, наверное, да? А вот эту надо. Сумнули Капатрисию, а где треплёха? Так, ну я пока вора кикну, что потом еще возьмем. Треплёха, ты где? А чё он сдохший лежит? Он пишет, подождать пару минут что-то. А хейтер и лох написал. Ты в два окна, что ли? Я что-то не могу вкурить. С ногами играет. Ну, Кент сидит. Твари, 20% ценники на пиво подняли. А ты, ну, ты зайдешь, треплёха, или нет? Что-то не вкуришь. Почему ты в призраке стоишь? Или это баг у меня какой-то? Это баг у тебя. Баг какой-то. Он нормально все. Я тоже смотрю, вот Вуду призрак, а этот. Ну, я... Короче, написал, что подождали, это хитрый логает, составит ЕПГП. Терсминок и топом принимайте, чтобы запускать босса. Я не ходил, чат читаю. Терсминок тут? Тут. Какая-то баганая хуйня. Все запустил. Первый наплыл на Войда. Там дальше смотрите. Тут трэш надо бить, если что. Да, не забывайте, трэш бейте. Потому что он, если вырастет, а он вроде не вырастает в бочке, да? Но он может шотнуть ДДшника. Ретрики там через раз, ну... Герус пула. Один раз, когда стан есть, даете стан и бьете моба, которого застанили. Второй раз пропускаете, там... Роги там... Пару тысячек дадут. Не стремайтесь трэш ебануть пару тысячек, это командная игра. Если будете забивать, будут люди умирать, будем падать. Чтоб Герри... привыкали уже там, потому что, блять, моб 10 секунд через 10 секунд вырастает и все, блять, по 20 тысяч начинает бить, шотает всех. Ну, блять, ну так навскидку, сколько тут дпс будет, не знаю, 340-350, я думаю. Но если хэлла 20-ку дает, то можете 360-370 даже. Че, посмотрим. Сейчас бах 10 дам, но сломали Т4 и все.
Бага на локат. Да ёбаный хуй выберешь, блядь, говно ебаное. Прям, блядь, очко горит, нахуй. Так лагает, что я не могу выбрать. Я там стало раздаёт. Чё он там раздаёт? 24к, нахуй. Сейчас вон 22 пока что. Триста девяносто один, нахуй. Можно в Геру смену идти, блядь. Не, в Гере будет меньше. Ну, так-то да. Чё я там, чё я там говорить, я надамажу? У тебя 23 700. Это ну, я и... ещё, блядь, потерял, короче, в этой местности. Ну как, не то, что цель. Я стою и бить не могу, короче. Искал место, где могу бить. Но... Ну, короче... Я тоже ауешнул, блядь, по одному мобу. Вот Мидарк, Мидарк хороший ДПС 18. Вот... Прям еще буквально два куска дотянуть, что-то еще вот шмоток немножко подсобрать, и в Геру уже хорошо. Ну, уже в Геру можно брать. Энг прям на самом издыхании. С Гдыщ вот 16 дает, вот о, если его приодеть, то вообще... Опа, на первом. Отлично прям. 3% и плюс не туда давал. Триплюху. А, не, ну да, да. Если бы они к таунтили вовремя, было бы нормально тогда по очереди. Здесь даже теперь и Элимом интересно играть, да? Да, вот это хорошо, прям это, ну, мертвый был спек. Не, Элима стали вообще не. Да, он и сейчас мертвый. Играть там скучно стало. Ну, почему? Хоть циферку. Ну, не знаю, я тут как бы стоишь в миле на собаке, просто три кнопки прожимаешь. Как бы вообще там мертвый вон афлик. Ты как будто не кастером стал. С косарей, блядь. А, блядь, самый сложный спек сделали самым мертвым, блядь. Сейчас релогну, чтобы мне это вдруг эта хуйня пройдет. Ну, хороший ДПС. Вот тахе, треплеха надо, чтобы, блядь, нормально давали. Ну, пока вам только в обычку с таким ДПСом. Остальных все в Геру можно брать смело. Ну, я говорю, вот история, бигдем, рарник и все, можно в Геру идти. Ну, сейчас, что у нас... У нас сегодня пятница, да? Вот суббота-воскресенье пройдет, 31-1. 2-го, 3-го, 4-го попробую пособирать. Если, ну, эти люди, кто вот сейчас есть, зайдут, может быть, будет целка Гера. Вот ты бы 2-го, 3-го, 4-го... Нет, не буду. Воздержусь, да? Ну, как хотите, без вас закроем. Не, на 2-го у меня точно не будет, 1-го, 2-го. Да, я тоже 3-го только появлюсь. Ну, я третьего тоже буду. Посмотрим, куда-нибудь походим, не знаю. Ты же не ходишь, чтобы я зашел. О, Войт, привет! Ну, я не знаю, я... Все люди разные. Кто-то бухает 10 дней, кто-то всю жизнь бухает каждый день. Так что тут на вкус и цвет. Под эйфорией живет, ну. Да. Бывают вообще наркоманы, которые героином колятся, кокаином. И вроде бы тоже ходят среди людей. Всякое бывает. Так что тут мне неизвестно. Кто зайдет, ну, будем давать ДПС, принесем, очистим ЦВК Геру. Неохота неделю проебывать. Ну, неохота, но праздники все же у людей. Ну, я и говорю, люди разные. Кто-то. Да, у кого-то каждый быть. День праздник, а кто-то. Ну... Я на борту, я 31-го могу, блядь, до вечера сидеть. Ага. Пытаюсь.
Чего? Полидринка, отдай ответственного за добычу. Зелень хочет пособирать. Блять, не могу сейчас бой. Собака бежит. Ставь пока лучше вообще групп лут. Там пособираем. Распыляет. Масло делаем. О, великан это не очень, конечно. Арки топовые делают, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ленточка. Надо кому-то ленточка. Да, мне нужно. Я бы кожу с этой дурочки собрал. Ну ролите туда. Оп, дыщ выиграл 89. Иди, ошкуривай, Лёха. Все, ладно. Сзади, сзади еще. Сзади лучше. На связи, куда ты идешь? Да я думал того привести. Тут ловушка. Стоит рыба. Заходите в комнату, что там. Два, два, восемь. Ладно, похуй. Одного нету, не будем ждать. 5, 4, 3, 2, 1.
4 тела блюет вместо троих. Йолоп, Терсминог, 228, Мировист. Встаньте как-то друг от друга подальше. Кто лишнего заблевал. Звездорум. Уже после едкой гнили будешь там забирать, когда 9-й стак не повешается. В коте там побью немножко. Ну, Вар, спрашивай, если кто-то место вступит. Там Вар с магазина вернулся. Просит заврейд. Ну там, не знаю, кто похотел там или кто хочет почилить, посидеть. Я уже уступлю. Вист. Я первый. Рис, у тебя ВХ, надо отрабатывать. Тем более ты друид, ты такой полезный инер даешь и БР. Ну да, есть такое. А Рога, чё Рога, блядь? Просто дамажит. Только на пух и всё. Да. Только. Окей. Роги обиделись. Да, только они друг друга напуливают, так что и на пулы от них нету. О, смотри, Треплёха и Неола, как дела у вас там, блядь? Нормально дела? Давай, забирай босса. 8 стаков есть. Пробью спину. Ну, всего один хрен притон. О, редкость первый раз выпал, вижу. Да просто в демона спекнулся. Так, кровь надо кому-то? Катрисия, так кто по итогу будет уступать там, как-то порешайте. Чтоб не в напряг было. Кто, то попадет? Много желающих. Я пойду. Вы так не считаете? Чего? Я говорю, слишком много желающих уступить. Вы так не считаете? Ну да. Так вот, надо, чтобы один уступил, и это был сам. Ну, кто первый сказал, тот и идет. Ну все, Катрисия, работаем. Не, ну если ты уйдешь и топ уйдет, то у нас минус один будет. Ну, че Треплёха? Кровь никому не нужна, еще раз спрашиваю. Так, кровь остается. Штаны. Берите вар, я уже. Съебнулся, уже с инста пишет. Ну все, топа тогда остаешься. В смысле, я тоже ушел. Ну, блять, да так давайте хули, давайте все разойдемся, нахуй. Ну, как-то. И дайте ролл уже заебали. Не, ну это уже какая-то наглость, блядь, я ушел. Я могу до конца инста досидеть. Но это, блядь, как-то странно, нахер. Зашел на одного босса и пошел. Треплёха, есть человек, который уже стоит по. Очереди. Вот и все. Ну, как-то, я не знаю, киньте ролл, что ли, ну, кто-то пускай останется. Ну, или найдите кого-то, ну, ты вот сидишь, да, ты сиди на замене, ну, поищи кого-то в рейд тогда. Чтоб так не было, чтобы мы шли в 24. Ну, это, конечно, мы пройдем, блядь, 24, ну, так тоже нехорошо. Кого-то поищите. Ну, оставайся. Потому что, ну, блядь, как так? Вам, грубо говоря, ну... Это все я прекрасно понимаю, там неохота играть, там все вот это, блядь, на сурке дамажил, ну, подамажил и все, блядь. Типа, ну, просто так явно показывать свое отношение ко всем остальным людям, мы же тут сидим. Ну, как бы вообще, я могу, если надо, я останусь. Вот, я не говорю. Застануйте и все обратно. Мы же тоже хотим пройти как бы быстрее. А в итоге обратно двоих суманем, и вар без места останется. Не, ну просто это тоже, блядь, как-то зашел на одного босса и пошел дальше, блядь. Мне вообще в 25-ке ничего там не надо в этой обичке. А тут многим ничего не надо. Вот-вот, блядь. Ну как-то, блядь, зашел, если тебе шмотка хоть одна нужна, сидишь на фул, блядь. Так. Так что по итогу решили там? Суманули бы меня, конечно, с этого, с тухлого. Где вар? Не вижу. Плюсуй, гитчат. Не могу пригласить члена другой
Так кто в итоге ушел? Давай меня сумонь, блядь. Толка нету, но герой, когда человек точно не попадет. Так, Катрисия, ты пойдешь, да? Давай топа, пускай отдохнет, у него там палец сломанный. Давай топа, мы тебе выбили. Какой ломанный? Сломанный. У него уже нормально. Мы тебе выбили место. Отдыхать, ну, почилить там стрим. Палец посмотри. Сломали и все, нахуй. Можешь начинать там этот шампанское открывать там новогоднее. Не, я уже все выпил, что было. А до того еще рано. Тебе надо ливать куда-то с, ну, с рейда или не надо? Ну, я могу выйти, чтобы не мешать. Вот так, все. Ага. Ну, я тут. Я понял. В конце там, главное, не забудьте плюсануть. Так, да я черт. Подожди. Чё да там? У вас он съебется до конца, еще я пойду в рейд. В атласе в поиск нажал, у меня экран встал. Да, и лог. Кто? Да уже все, уже бой, уже босса бьют. Кто релогается? Скажи, ник, еще раз. Венер. Венер? Да похуй. Блять, я просто в этом, в атласе. В атласе в поиск шмотки нажал, у меня весь экран встал. Так, ну на профи я в кукле посижу, наверное. Хочу босса водить. Вот у нас час и две минуты осталось. Для чего? Ну, чтобы за два часа успеть поднести. Но мы не успеем. Ну, если так подолгу АФКшить, то да, наверное. У нас час только на Синдру уйдет. С чего ты это взял? Как всегда. Будет саботировать, что ли? Саботировать не надо. Ничего сложного на Синдре нет. Там даже в геройке-то ничего сложного нет. Ну да. А чё у Треплёхи за хуйня с ДПСом? У него Т4 нету или чё? Треплёха, чё у тебя за хуйня там? Чё он одет, посмотрите? Это вообще параша. 4Т4, а чё с дамагом? Или ты в 200-й шмот одет? Что-то не понимаю. 1052 LTM левел у него. Ну ты пятнашку хотя бы должен давать. Почему не даёшь? Чё-то неправильно делаешь? Да при чем тут Юва? Ты какая у тебя ротация? Пытка разума, чума. Ты. Он может стаки не пройти. Ты проебываешь. Ты не понимаешь, что-то. Что-то не так делаешь. Какой взрыв? Не надо никакой взрыв. Про Треплёху? Да. Ну, возможно, стаки всирает. Что-то ты всираешь жестко. Боешка. О, боешка. Короче, ты жестко очень всираешь, очень хуево. Слизь, бейте, куда побежали? Слизняка бейте, вернитесь назад, убейте слизня. Сколько ГП стоит боешка? Нисколько. Тебе нужна? Да, да мне куда нужно. Да забей, ты Т4 выбьешь. Какая-то голода нужна. Пошли на профа быстрее. Да голда, если нужно вон денек побегать, это пофармить понедельку. Эти новые РБК и все. Я 2,5 недели 4 полироли продаю. Хрен знает, это ты. Поскольку? Да, я вообще ничего не понимаю, что это. Постоянно подстраиваю цену. Не знаю. Нет, я блядь, ночью у меня продалось по 24 тысячи. Так ты, ну, типа, Треплёха, тебе надо менять кардинально, потому что то, что ты даешь, это хуйня. Это как будто ты не играешь, сидишь, а, ну, в носу ковыряешься, там, ну, нихуя не делаешь.
пончики там ешь. У него 4Т4? Да, у него 4Т4, он дает 9К нах. Тебе надо что-то менять. Ну, меняй это кардинально, потому что если ты это не поменяешь, я не знаю, что с тобой делать. Ты, ну, это хуйня полная. Треплёха, качаешь ТМВшечку и баф с 4Т4 вбиваешь, да, туда на 3 стака. И вот эти 3 стака ты должен разряжать. Вот, возможно, ты их просираешь. В обязательном порядке ты должен скачать Телмиву и поставить туда все свои доты, которые ты вешаешь. Спросить, как это сделать, сделать все это. Ну так есть. Ну а что, почему ты проебываешь ДПС? Какая-то залупа. Вот смотри, у Мидарка всепожирающая на первом месте. Она 830 тысяч надамажила. Пытка 660. На третьем уже прикосновение. Смотрим у тебя. У тебя пытка на первом. Это получается, ты стоишь как, ну, как даун какой-то и кастуешь пытку. Когда на трех стаках ты чуму не повешал, она у тебя на третьем месте. На втором прикосновение вампира. То есть ты играешь, ну, не, ну, хуже, чем спустя рукава. То есть ты, грубо говоря, забиваешь хуй. Ну, отъебись. Если ты будешь так играть, на отъебись, ну, ты, ну, я не знаю. Ты здесь как, ну, как вагон, грубо говоря. То, что ты в 252-м 4Т4 даешь 9К, это, ну, это, ну, я не знаю, у тебя что-то хуёво с тобой, ну, не знаю. Может, комп хуёвый, может у тебя что-то с руками хуёвое. Ну, это меняет эту ситуацию, потому что должно быть 15 тысяч минимум в твоем шмоте. Не знаю, вот, даже хотя бы 12, нахуй. Вот, я этого профа не умею водить. Да, хотя бы надо, больше десятки. Не надо ничего уметь, надо просто... Вот первые лужи разлились, и отведешь его к треугольнику. Там выливается слизень. Будут колбы, будешь просто отводить от колб и все. Хорошо. А ты так мало даешь. Ну, вар, я не знаю, в чем он там одет. Тоже 4Т4. Грань. Бигдему надо, он нам все объяснит. Ну вот, вар тоже вроде одет, камни есть. Ну ты либо тоже хуй ложишь на всех, кто в рейде. То есть, ну хуйней занимаешься, бьешь автоатакой. 9000 это не дамаг. Ну, вару, во-первых, надо трыню поменять. Ну, нет, это. Не, у него хотя бы 14 тысяч. А сколько он на сурке дал? Есть у кого-то? Да, это же фурик, но. Ну, я не знаю, ты говорил, консультации проходил, как. Ну, я не знаю, блядь. Он Мидарк тебя научит основам. Нихуя сложного. Надо просто понимать приоритет дамажащих способностей своих. Че больше дамажит, че меньше. Так что это исправляй, эту хуйню. Кстати, фуриком же тоже Т4 переделали. Они же сейчас тоже типа мощные стали. Лужи выходим. А, у нас друида нету, нахуй. А тут десятки чем отличаются. Сейчас будет зеленый, смотрите. Десятка ничем. Десятка герб? Не-не-не, десятка 25. Там поаккуратней, босса. Перевели. Ой-ой. Старайтесь слизня быстрее добить. Там плевок на нем скоро кончится. Сейчас он быстро пойдет. Сбегайтесь. Вот пельмени. Вот треплёха и 228. Вы слепые совсем? Вот ставлю на водикона метку. Колбы. РДД, бегайте, звездочки. Тахет, Седжи, Хулидринг, Гринбалан. Словили колбы. Ваш приоритет сначала отойти от босса с колбой. Пельмени отошли. Потом уже боссы подводят, и вы бьете тогда его, когда он с колб выходит. А не стоите под боссом до конца. Красный. Красный. А что, не плюнули? Ну ладно. Бьем красного. Вот колба, отходи. Вы красного бьете. Пельмени. Грин баланс ловит пельмени, я понял.
подстраивайтесь РДД, чтобы до босса доставали там, неважно. Переводи там, под кран. Вот зеленого бьем. Вот колбы 3 секунды. Видишь таймер. Лужа секунда. Пельмени. Так, лужа. Ой, отлетел не туда. Зози, рис и обивание. Динером еще зальешь. Фулл баф им дайте, каскула по пристабаф. Вы смотрите, что происходит. Пельмени. Если вы не понимаете, что... Что делать? Сначала не побейте, просто посмотрите. Вот терсминок, ты не должна была пельмень ловить. Это несложно, надо стоять везде. Яночка 2-2-8 то же самое. Словили пельмени. Теперь кастуете по 10 секунд вместо таких секунды. Это хуёво. Да. Больше по боссу переводим. 2% дамажим. Пельмени. Пейте что ли? 3 секунды быстрее по боссу. 1%. Ходу вызовет. Вызовет нам. Я понял. Бля. Кого зеленого? И перевели. Ну да, конечно, перевели. Хули Геру заливайте зеленого. Все к боссу ближе. Хуёво, что пропадает кукла, блядь, это вообще хуёво. Ближе к боссу все. Все слизня зеленого бьем. Что там РДД добьют? Ну вот где босс идет, оттуда и это и бьем. Связи 300. На четвертом. Пельмени. Вадикон... Отошли оттуда и вернулись. Вадикон потаунтишь с меня, только я один заберу сейчас сначала. Все, я сейчас держу. Один пускай повешает, потом потаунтишь. Так, вот один есть. Пельмени. Колба проходим еще. Так, 2 секунды. Секунда. Просил Вадикона, там он тут халидринг. Все, больше не таунти добьем, так. 4 ляма, 1 стак. Пельмени. Выйдите там, ну, чё вы дохнете, блять? Вы не можете выйти из пельменей, из этой хуйни? Пиздец. Лям добиваем. Колба сейчас будет. Всё. Нет. Отойдите от колбы. Я же говорю, не будет. Вон она стоит. А, ты про баф? Ой, про этот взрыв? Да, оранжевая хуйня вон. Сейчас смотри, опа, медарка. Откинула брата. Хотя я далеко отстоял. Нет, недалеко, о, блядь. Это не из-за того, что ты стоял далеко, это по твоим меркам далеко. А радиус взрыва у нее 15 метров, блядь. То есть тут не так работает, как ты там думаешь, далеко-недалеко. А тут работает так, как оно работает. То есть, ну, грубо говоря, ты, ну, опыта нет у тебя, ты не знаешь, какой рейндж взрыва. Поэтому радиус взрыва приличный, там, 15 метров. Вадикон, сколько осколков? Ты уже 19-й. Какой 19-й? Да. Ваня, это еще 3 кд примерно, да? У тебя может быть. Это сейчас, а раньше было в обычках, знаешь, сколько кд, чтобы собрать 50, ну. Там, блядь, по одному, по два падает, ну. Это типа сейчас, да, прибавили? Да. Ну, мне кажется, сейчас просто уравняли шанс дропа из геры и с обычки. Ну хрен знает, считай, 2 это третий с этого КД. Так я же говорю, уравняли. Как с геры падает, так и с обычки теперь падает. А с десятки ну, падают, боссов, нет? 3 осколки. Это в гере так же? А в гере тоже может не с каждого падать, конечно. Да. Квест, если что, был на леди. У тебя не было так. У нас даже было с обычки выпало больше, чем с геры. С десятки 25. Ну, с десятки геры падают осколки? Нет.
А что оттуда падает? ДС, нет? ДС падает. Так, ну я на совете двоих. Давайте, давайте, люди. Трэш чистим. Да, и этого ответственного зелень пособираем. Опять треплёха сдох. А он на профе еще лежит. Не знаю, ну грубо это не грубо, но треплёха меняет что-то, потому что так не пойдет. Это должно исправлено быть. У меня большая надежда на шипешников, как на РДД мощных, которые... Если раньше они, блядь... На Т5, блядь, они опять начнут допасить. Так они сейчас дамажат, смотри сколько. Сейчас до босса дойдем, поставлю джесс. Так, похильте пока, отойду на минутку био. Так, того дальнего кто-то шаклите, там сделайте что-то. Будет вот пятого у нас нормальные рейды пойдут. Ну да. ЗФ-ку. Проблема в том, чтобы туда попасть, надо леча закрыть. На правую пачку идем. И отходим. Люди-то набрали, да? Вдоль стенки идем, там командир, чтобы не откинул вас в ту пачку. Вон он в корнях, командир стоит, нормально. И почки спулили. Угу. Это не белунку кого-то, блядь. Я... Вот, через 11 минут не будешь ты таким жирным. Да до начала. А там опять продляют? Ну там, видимо, кроме вот этого еще будет то, что... Мне кажется, у них опечатка. Должна быть конец, а не начало. Кто знает, я вообще не шарю про чё. Ну, приключений, баф. Mm-hmm. Так а зачем они накидывают этот баф? Сделали бы постоянным и всё. Вот, я тоже про это думаю. Сделайте его постоянку его. В инст доходишь, получаешь. Но. Там на РБК просто еще есть бонус. Ну, он говорит, ты заходишь в РБК, получаешь бонус для РБК. Заходишь сюда, получаешь для... 5, 4, 3, 2, 1. О, я нашел, короче, кто будет сверки бить. Кинетику. Треплёха. Рейс, давай со мной тоже на сферке. Да не за что. Почему Келесит? Забери Келесит. Дальше, дальше, отойди. Будешь с ВХ бить сверки. Не-не-не, я специально собирал, чтобы... Просто подойди, бей его. Алло, слышно, нет? У нас Келесит на кого-то, кого-то бьет. Кстати, подойди и бей просто его. Нажми, подойди и бей его. Нажми таунт, нажимай ЛПшки в него. И спрячься за шипом, чтобы он подошел к тебе. Диспула этот момент проебал. Вот, ушел.
Сейчас может... Вот Келесит активировался, теперь смотри сферки собирай. На агро смотрите, ну блядь, собирай сферки, хильте его. Смотрите на агро, уйдите оттуда, не бегайте туда, уйдите оттуда. Кто туда побежал сферы бить? Блюдринг, зачем? Забери сферу с меня. У него тоже таунтов не бесконечно, так что это... Вадиклан, бей босса, забей сферки. Нету босса. Ну, когда будет. Вы совсем не видите пружинка, которая появляется на полу, белая такая? Дальтоники на белый цвет. Вихрь, смотрите, разбегитесь. Спред 7 секунд добьем, блям. 6, 5, 4, 3, 2. Красивый был Войд. Плащик. Герри бы еще упал. А, я же его залутал или нет, я не помню. Что... Залутал его. На том же ШКД залутали. Ладно, все, вспомним. Ну, человек сразу видно за шмотом не гонится сильно. Даже не помнит, какой у него шмот. Когда у два персонажа, это, блядь, запоминать сложно. Заходишь, еще смотришь КД каждое, блядь, ну. Был, не был. Ну, прикинь, у Войда. Чего Войда? Сколько Войд у тебя персонажей? 5. Ну вот, на каждого, блядь, знать КД есть, нет, оно. Заходить, смотреть, ну. Я не помню. Вот я и говорю об этом. Так я только на РТ прихожу и все. Ну вот прям как я, блядь. Это раньше я в трех гильдиях сидел. А какой там аддон ставить, и так лагает, говорит. А ты аддонами забивать еще нахуй. Ты сейчас сидит в Dark Souls, играет, да? Ну да. Сейчас Elden Ring надо пройти. Да, да что-то... Я по гайду прохожу, там челик какой-то записал. Все квесты с одно прохождение. Ты еще не взламывал Dark Souls? Нет, я что-то не хочу Dark Souls. Я как-то включал его, мне он так не понравился. Да. Знаешь, что хардкорное. Ну, оно типа, не знаю. Я не, ну, как сказать, не любитель таких игр вообще. Far Cry Primal, скачайся. Не знаю, что это такое, неохота. Ну, Far Cry играл? Ну, я помню, третий Far Cry. Вот, а прикинь, только знаешь, это в доисторическое время, когда люди в тряпках из... Это где он, с птичек вы можете вызывать, те животных себе? Да, это, блядь, Вовки заебывает гринд, нахуй, и в этом Far Cry гриндить. Да, гриндить это пиздец хуёво. Я поэтому и взломал Elden Ring, потому что я в рот ебал, нахуй. Ты просто бегаешь с палкой и жрёшь сырое мясо.
Я просто бегаю с какой-то хуйней, подбегаю к боссу с одной тычки, его убиваю, блин, вообще плохо. Слушай, что ты в Warframe играл? Не. Мне кто-то рассказывал это про роботов каких-то онлайнового типа Вовки. О, Тоди пиздец полный. Гринд ради гринда. Ну да. Я ебал такую хуйню. Так мы, нет, по сути, уже... такую же хуйню играем. Сам нет, а там куда похуже. Чуваки, во старые корейские, видимо, не играли. Насколько я спокойно к гринду отношусь, блять, ну, меня на месяц, там, на полтора хватило в Warframe. Ну, Warframe, изи вообще. Почти все прям в Warframe были. Да вы у линейщиков спросите. Я тут. Что хочешь? О, топовый эк, это овер экселя. Я потом его продал и себе учебу оплатил. Там вот реально задротство. Так, ну... Это, на пул из пула на войда дадите. На связи будешь на первый взлет кидавать незыбку. И уже после. И уже после второй взлетки. Так. Че, варик все-таки квест сделать? Кто? Ну здесь я на лане. Нет ни у кого танка спека. Ты на связи хочешь квест сделать? Да я уже давным-давно хотел. Я спекну. Есть и вариант. Ну так такое несложно делать, если ты все знаешь, что делать. Ну, вначале зеркало ловлю, потом троих кусаю. Да, главное кусай. Так. Ну это еще починиться надо кому, там что продать. И не улов в луне, это метки на взлетку, ну можете и до взлетки стоять, тут мы на РНЖ стоим в обычке. Это, и не улов в луне, так, терсминогу надо подальше поставить. Терсминог у тебя как с целка тактика, нормально? У тебя ромбик. Потом Авелания, давай треугольник, гламурчик, кружок, хелозвезда. Это на взлетке, к этим меткам не подходим, там хилы стоят. Тотем трепета поставите, ну ладно, разделять вас не буду. Все присты перед пулом, антифир на себя и диспелить человека, который перед фиром бежит. Значит, на первой взлетке будет на связи этот незыбку давать. И массакру Авелания. На второй взлетке будет массакру Гламурчик. И после взлетки уже будет давать незыбко, как откатится на связи. Первой могу я даже сдать массакру. А, я ж в танк аспектнулся. Нет, ты давай на вторую тогда оставь. На связи даст уже после того, как приземлиться. После второй. Ты на вторую. Ну и это. Это все вы знаете. Че, квест сделаем, да? Делаем. Квест, значит, смотри, ты бежишь со мной, Хулидринг бежишь позади. Ну, мы вдвоем с ним бежим. Потом, как он ловит зеркало, ты его в цель выбери, как он красный дебаф получает. Подойди сюда к медведю на связи. Как он получает дебаф, он отходит, а ты подходишь ко мне. Ну, и не там, понял, не жмешь, ничего, все это самое. Все, дает счет. А кого кусать? Не скажешь? Или без разницы? Там челик, которого укусит, он укусит тебя, а потом без разницы. Так, словил он? Ну ты словил, так да, отбегай. Да, словил. Так отбегай отсюда. Хулидринг словил зеркало. Да. Так, ну все, вроде нормально. Сейчас немножко отведу. Вот все, значит, первый укус на рависте, рависту укусишь этого на связи. Ты это, стаки набивай, не зыбки. Чтобы они были на тебя. Ну и все, и просто стой, чиль. Тени там выносите, две полоски слева, две справа. По три полоски с одной стороны не наливали. Лучики, сбегаемся.
Все, я тогда, получается, и эту Тиндру с тобой танкую водить. Блять, пиздец, гламурчик понес. И хилы тоже похилили его охуенно. Зози, Реса и гламурчика. Иннер мудаш. Кусай на связи. Укусил. Все, дальше кусай кого хочешь. Гламурчику дайте Иннер. Равис тоже дай Иннер гламурчику. И Вадикон тоже дай Иннер гламурчику. Я повела не отдал. Хорошо. Я по Хэлла дал. Хэлла ставь тотем и него логим на ману. Педжер, тени. Ну сбегитесь с красными лучами. Луна, алло, двигайся. Нахуй. Бичи. Сука. Вот сейчас будут тени, после них будет сразу фир. Три пристана, у вас должно быть антифир на себе. Потом обновите перед следующим фиром. На ком там, на Хэлла. Обязательно его сдиспелить, обязательно его захилить. Готовься на связи, давайте незыбку. Зыбку. Давай незыбку, передавайте укусы. Прожимайте дубовую. Мидарк давай на хп. Мидарка захильте. Похильте Мидарка быстрее. Так. Все сюда прибежали, а? Ой, поздно, не зыбка, конечно. Ну ладно. Значит, на второй взлетке Неола будешь на себя давать зубы и гимн на хп. Клоне, смотрите, там никто не подходить. У кого Иннер есть? Так. Ревист. Ревист, залей по Неоле. Ляночка, возьми правее чуть. Спасибо. Вот видите, как все хорошо. Даже никого обзывать не надо. Прекрасный рейд. Новогодний. Сейчас до Синдры дойдем. Да? Тоже все нормально будет. Надо просто слушать. Авилания тебе. Бабло может заведить. Захиньте, захиньте. Терсминок ставь тотем, Мидар гиб на ману. Ко мне, помню, товарищ приходил, вот только у нас начинал РЛ, когда еще в этом в Лиге Легенд. Он говорит, охереть, он вам все на Синдре говорит, что бегать, что делать. И тут он ко мне приходит, когда уже время прошло. Сейчас фир 2 секунды, смотрите. Хатрисию сдиспальте там, чтобы он в тени не забежал. И готовьтесь по максимуму, все сейвы отдаем, спокойствие, Равис прожми, прочитай. С теней выходим. Все, пошла сейв. И гламурчик тоже сейв, давай. Спокойствие прочитаю. На связи один еще укус надо отдать. Да. Да. Сейчас будет кусать. Передай обязательно укус. Передал. Ну, а что? Ну все, давайте Геру добиваем. Тяпни меня. Ой, тяпка ему, бля. Тяпни. Я понял. Ага. Убейте рогу, застаньте там. Ну, мне нельзя было зеленку, знаешь, воровик. Да? Не знаю. А Виста тоже убить. Сука. Валафар уничтожил. Багруха. Багруха. Новогодний подарок для Войда. Понял, блядь. Точнее, для аукциона, да? Ну да. Ну, фласок нормально. Квест для нас. Этот, кто он? Сделал квест? На связи сделал? Сейчас проверю, не знаю, мне кажется, мне нельзя было зеленку жать. Так. Почему? Да все это... Я первый раз не нажал ее, чтобы этот, ну, поэтому долго отдавал незыбку. Ну, ты три укуса передал, передал. Сейчас пойду, портануть, посмотрю. А там разве не 5 надо идти? Блядь. Дальше квесты нельзя выполнены или нет? Не знаю. А просто гляну в квестах, выполнены или нет.
Лучше фласы купить, конечно. Ну, я тоже вот, знаешь, когда хпала себе делал, когда РДДшников делал на циркуле, всегда приходил к такому выводу, что багруху лучше продать. Потому что, ну, по крайней мере, даже здесь это выгоднее на Сирусе, потому что есть этот, как он называется, есть 260-й, и с рука с десятки есть. И, ну, дохуя альтернатив есть, что... Да плюс, она тебе не зарешает нихуя, то есть, ну, ты там выиграешь 10 хосты, там. Это как показ полиролями. Это, ну, такая хуйня, ее лучше продавать тем, кто действительно, ну, либо не может в эти инсты ходить, или что там, не знаю. А чё, маг куда-то ушел? Случайно ревнул, говорит. Хуяк такой, знаешь, ревнул с гильдии. Ну и пиши такой, бля, мужики, случайно ревнул. Ля, у меня вот, был бы я на мелике, у меня был бы уже по грани. Здесь 2500 душ надо. Чё ты вообще не справедлив? В первую очередь черепок залейте, выберите все черепок и залейте. Знаешь, почему несправедливо? Знаешь, почему несправедливо? Мелики, выйдите, вас не прохиливают, видите? Потому что на ЛК-контенте вообще не должно быть ПХ. Знаешь, почему такая херня? Потому что... Этот... На ШМ ты лутаешь только с трэша, а в ХА ты можешь лутать из босса от души. А, ну да, кстати. Найс, мужики, выполнился. По полтине. Да ладно. Он и должен был. Граться. А эти кого? Квесты надо делать потом, вот эти три квеста? Ну там да, там типа после, да, там после того, как после душ, там еще какие-то квешки должны быть. Там другие три квеста, да. Ниль против, ну, короче, там Джайна убить его. Не-не-не.